Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Таежный Роман. Приехал ко мне братан, купил снегоход. Сейчас покажу вам. Короче, викинга второго взял. За недорого. Короче, едет Ленка, девушка его. С собой вот это судорога, Брабус. Едем тут такие торосы. Я вам решил остановиться, поснимать. Короче, у нас обкатка, так сказать, снегохода. Почему? Едем мы, короче. Вот тут такие торосы. Это вот трещина дава. Вот, помните, я вам снимал там, где на Ниве. Ты смотри, видишь, снегоходовские следы. Вот, вот, то есть бураны ездили тут, снегоходы, вон. Потом это все подняло. Лена, блин. Не провалюсь я. Да, ты даже не заметишь, блядь, как провалишься. Нифига. Домики такие, короче, там можно ползать. Такие пещеры, домики. Вот буравка. Точнее, лимашка. Стой, позируй, позируй, позируй. Брабус, посмотри, кто там. Ленка, давай, фоткай его. Я буду здесь жить, да? О, тут вообще, смотрите, ребята, целая пещера. Залазь вон, я тебя сфоткаю, блин. С другой стороны так же. Короче, ремень у нас стоит. Эта херня с ремнем случилась, в общем, блин. Надо узнать размер. Надо узнать размер ремня. Короче, дело в том, что, короче, хозяин поставил какой-то другой ремень. И он у нас горел, по-видимому. Внутри вывел такую выемку и стал ремень проскакивать. Вот, сейчас поставили запасной, но теперь у нас нет нейтралки. Потому что сразу ехать начинает. Заводишь, и он сразу едет. В общем, тут химия какая-то наведена. Двигатель подвинули они, чтобы ремень подошел. Не, чтобы ремень просто другой купить. Можно было ремень подлиннее купить. Ремень дорогой просто. Ремень дорогой, 7000 ремень, короче. 7, на Буран 1300. Ну что? Вот.
Так что мы сейчас, короче, и вот греется вариатор сильно. То есть, как бы, и для Бурана, я бы сказал, у меня бы уже пластмасски все повытекали, если бы на Буране вот огрелся. Вот. А тут, блин, просто едем без нагрузки по озеру, и он греется. Сейчас мы решили тут остановиться в красивейшем месте Карелии. Вот. Помните, как вот тут. Видел, отливка. Ну это отливка, брак в отливке. Это брак. Да, брак. Как будто ударил. Брак в отливке. Лес с той стороны, да, грузик на вот вылез. А, грузик вылез. Грузик. Это грузик продавил. Короче. Ну ладно. Есть куда руки приложить. Да, в общем. Но Маха сделает, ничего страшного. Это дешево. Не сердито. Сколько он ездит, ему хватит. Он так чисто. Отдохнуть. Когда-то выезжает. В общем, сейчас мы тут, так сказать, для согрева чаю бабахнем с термоса и поедем дальше. Иду и тут смотрю, раз, хоп, находка. И еще смотрите, оп, металл, сразу же тут пошел. Короче, решили мы этот. Ветер сильный, шторм прям вообще. Ну, мы, короче, решили вот зайти. Тут, видите, рыбаки делают. Вот столы стоят. Такие вот. Тут столы. Прям народ тут отдыхает, ездит. Смотрите, кто-то свечу какую делал гигантскую. Красиво. Значит, тут народ тусит. В общем, мы решили отдохнуть немножко. Ездить, рыбку половить. И, короче, вот Ленка, главное, у нас таежная Ленка, таежный пахан. Что там есть? Это? Да, с покупкой тебя снегохода. Ага, да. Спасибо. Браво, ты что там? Долго ты упорно к этому шел, долго и упорно. Да, не было нужного варианта. Не было печали, да? Купила баба порося. Сейчас будешь снегоход деньги вкладывать. Да. Ладно, ничего страшного, зато вон, видишь, херак и уже... Там, где мы летом были. Где сосиски жарили. Где сосиски мы жарили. А ты не выкладывай. Ой, такое не выкладывают, Лен. Ну, наливай кока-колу. Давай кока-колу сейчас вот выпьем и... И все. Да. Вот кока-кола, видите, в стаканах. Пепси-кола, пепси говорит, кока-кола. Не рекламировал корейский бальзам. Нет. Ой. А где крышка от пепси? Там тут тоже вот, короче, пепси. Вы не обращайте, это просто бутылка с подковидского бальзама, а на самом деле пепси, видите цвет? Вот пепси в бутылке, пепси тут, короче, одинаково. Так просто, чтобы вкуснее было пить. Это солоночка такая тут, маленькая. Местная. Короче, чтобы вкуснее пепси пить, короче, пепси пьем с корейского бальзама в бутылке. Вот так вот. Ну, слушай, спички так вот лежат, банка. Ага, а где крышка от пепси, найди. Нет. Короче, ладно. Крышка, Лена, от пепси. Быстрее поедем, да? Под пепси-то. Да. Под пепси сейчас подолен. Под пепси мы быстрее поедем. Ну, ремень остался у нас один. Тот как-то у нас... Тот главное человек поменял, он новый. Он новый ремень, и вот середина, я вам покажу, там несколько зубов выело. Что, то есть мы остановились, потом стали трогаться, он то ли прилип, то ли что. И, короче, получилось так, что баха все, и до корда прям оторвало кусок. Я такой, я думал, запасного нет. Я такой говорю, ремень-то есть? Да есть, один. Фу, ты, думаю, хорошо, хоть не один. Буран у меня сегодня в заслуженном отпуске. Решили... Ямаху. Ямаху сегодня решили изнасиловать. Не в отпуске, а на... В отпуске, Буран. Ну, в отпуске. Давайте, поехали. А-а-а. Сейчас мы к этой пепси еще бабахнем и поедем. Вот, ехать еще 15-20 километров еще пилить. Проехали сколько мы? В общем, короче, пьем мы кока-колу. Видите, да, вот кока-кола. Вот, короче, вот кока-кола. Виски-кола, королева танцпола. Давай, ну, давай, видно было. Давай за покупку снегохода. За то, чтобы доехать. Чтобы доехать спокойно туда и обратно. Чтобы туда и обратно все-таки доехать. Ой. Ну да, вот здесь искушки не хватает. Ага. Ну, проходной двор будет. Но... Сейчас, блин, я вам покажу ремень. Сожгли ремень. Вы представляете? Вот. Но мы не буксовали нигде, то есть как бы это вот... Почему так прилип он, блядь, что ли? Юмак, почему? Все дела, блядь.
Ремень, короче. Ремень вот такой вот. Но ремень новый. Продажи сказали, понимаешь, что снегоход мой ебли конкретно. Да. Вот может быть до этого хозяин где-то набуксовал. Я сказал, я на нем и подлетал там. Короче, такое ощущение, что где-то его засадили в снег и просто до земли, блядь, копали. Потому что так ремень спалить, это мы надо. Мы это сегодня вообще, блядь, по дорогам ездили, блядь. А мы сегодня едем по, просто без нагрузки. Ну и пошел нахер. Вот. Ладно, может, побежит. Заводим на скорости, поэтому сразу сейчас садимся и, блядь, потому что потом я не могу догнать. По колее, по автомобильной вообще, то есть двухлюзик, он, бля, очень сложно ехать. Я вот сравнивал сейчас как буранист. На буране я вот не напрягаясь ехал, поплевывал бы. А тут уже приходится хорошенько так рулить, стараться, чтобы... Едем. В общем, дорогие друзья, мы добрались, просверлили луночки. Сейчас вот третья лунка уже просверлена, но пока не клюет. Но пока я только один вот в одной попробовал. Я тут это, тут густо так, пришлось, короче, отцеплять санки, мять сначала. Ну, блин, не знаю, короче. Я привык к бурану все-таки. Лыжи убраны, но страшно, что пластиковая все. То есть, блин, и кенгурятника еще нормального нету. Этот все гнется. Ну, короче, ну проехал, в общем. Нормально. Горем пополам. Их потерял два раза. Потом вернулся, забрал. Да, Паха? Да, да. Как твои впечатления? Пипец дорожка, да? Он говорит, охереть, бля, как мы проедем густо. Так это, ну, это лайт, как бы, он не ездил. На самом деле, ну, так вот. Это на самом деле, вот мы ехали, это лайт. Это вот по пятибалльной шкале это троечка. А вот когда пятерка и четверка, там, конечно, да. Ладно, в общем, сейчас пепси и рыбачим. Самоводку будем ставить. А дальше потом поедем спать на избушку. Пока, короче, мы тут пепси пьем с Пашкой. Пепси. Ленка тут класс показывает, да, Лен? Ну я ж не пепси приехала пить. Ты Машке-то привет передашь? Машка Буева, Качанова, привет! Это традиция должна быть. Покажи, какие ногти у тебя. Ну-ка покажи. Вот рыба и ведется на такие ногти. Она и клюет потому. Живцов. Короче, живцов ловим. Сейчас, короче, она пока ловит. Мы пойдем самоловки поставим, чтобы, наверное, 15. Бабахнем. 20, может, не знаю. Как нам сил хватит? Я, наверное, что-то сажаю еще. От одна? На дно положи, от одна тык-тык-тык. Вот одна. Не хочет она жрать, там уже нечего жрать, потому что. О! Ну-ка, оп! Ловись, рыбка большая, маленькая. О, плотвина на вялку. Красавица, давай. Давай еще раз. Сейчас, мой момент. Повтори. Сейчас, Паха, подожди, процесс. Паха зовет пить кока-колу, короче, да, Паха? Ну-ка, что там? Нет. Это рыбачьте, говорит. Так. Валенка. Ну, давай. Покажи квас. Не торопись тащите, чтобы я кивок заснял. О, а клюет как. Давай. Оп. Ребяточки, привет.
Нормально, ты помнишь, что этих, отпускай маленьких, вот все. Вот я его отпущу сейчас. Все, нам хватит живцов, мы сейчас пойдем ставить, все. Сейчас кока-колу бабахнем и ставить идем. Давайте уже половить. Вот такая Ямаха. Оп. Собака домашняя у нас замерзла, вообще дрожит бедный. Буся. Залез грец. Как вибратор просто. Да, да. Ну вот, господи, хочу домой, нахера мне все. На, говорит. Взяли. Ну кто знал, блин. Так, у нас, короче, эпидемия коронавируса. Все, ладно. У нас эпидемия коронавируса. И мы, короче, спасаемся на рыбалке. Мы делаем спиртовые примочки. Профилактику коронавируса. Давай. Это кока-кола, вы помните. Все. Чтоб потом мне не писали, что я алкаш. Я самоловки распутал, кстати. Самоловки. Поводки на помойку надо, эти поводки. Ты будешь на них рыбачить. Это их насаживать хреново, я понимаю. Это, короче, комплект шел вместе со снегоходом. Тут донки, короче. Экипирован. У нас прилетел тут гость. Местный хозяин. Все, тихо. Не, вы посмотрите на эту, блин, рыбачку. Посмотрите на нее. От бога. Такого, блин, грамм на 200, на 250 окуня вытащила. За губу. Смотрите. Ой, так, лесочка вот эта. Смотрите, какой лапоть. Класс вообще, да? А довольна? Ничего. Смотри, вот так вот нажимаешь. Конечно, довольна. Да, смотрите, какая она довольная. Вот это лапоть. Это просто бабушка в детстве научила рыбачить, называется. Что? В детстве учила рыбачить, называется. Ага, ну вот. Молодец, давай, покажи еще. Короче, назад иду. Уже щука сидит. Так, начинаем, Лена, будешь ты? О, бля, нихера себе. Ух ты, бля. Лена, будешь тащить? Нет, тащи. Давай, тащи. Тащи. Лена, давай. Да блин. Тащишь, если упирается, резко не рвешь, а потихонечку опускаешь. Смотри. Только поставили назад, я иду, уже все, сиди, щука. А что, она не упирается? Давай, а тяни. А там все уже. Давай, тяни. О, я там стой, уже нет. Подожди. Так, нету, блядь. Нету. Есть, подожди, стой. Вот так, в сторону. Так, давай, Лен. Ты делись впечатлениями. Так подожди, непонятно. Да ладно. Слишком легкая щука. Тихонечко. Тихонечко. Ой, вот, это не щука. Во. Давай. Опа! Первая! Опускай! Браво, смотри! Опускай! Вот это рыба! Браво! Сейчас как оно скусит его с этой. Вот так вот! Это, брат, только поставили уже обратно идем щуки! Стой, подожди, не опускай! Только, она только села! Но. Лена, не опускай, сейчас на глубину померить по новой! Ужи ее, давай! Пашка, честно, я бы такую отпустил бы как бы. Вот так подержу. Она, ну, маленькая совсем. Маленькая, Лен, ну давай. Так, пусть за... Лен, Машке было, да? Привет. Машка было, тебе привет. Учи свою рыбу. Это за тебя. Учись у Ленки свою рыбу. Она умеет. Все, давай, поехали. Ребята, подъехали, мы еще к одной самоловке, там что-то сидит. Давай. Сидишь, блядь. Давай, сидит, говорю. Таежный пахан, аккуратнее, если упирается, не тяни в наглую, отпускай. Только поставили, назад уже идем, опять сидят. Давай, лунку ее заводи. Давай. Опа! Килограммчик. Браво, свидал? Да я говорю, тут вообще капец. Хорошо, когда никто не знает таких мест, вот секретных. Это все, отцепил. Стой, Паха, подожди. Все, уже две щуки, короче, ребят. Вот так, две щуки. Мяу. Мяу. Ой. Так, подожди, Ленка, с Пахой встаньте. Во. Сейчас, как мы, Ленка сейчас запечет. Ленка, почистишь рыбу сейчас, да? Нет. Короче, у нас уже две щуки. И, блин, рыбы уже пипец просто. Ну, мы приехали, говорит, днем уже рыбы столько поймали. Класс вообще, да, Ленка? Нравится тебе такая рыбалка? Да, уже хочется кушать. А Лена не выдержала, пошла проверять. И орёт, и смотрим, щуку вытянула. Смотрите, какая щука. Вот так вот. Опять в этой же самоловке, где только что щуку счастливая сняли. Счастливая самоловка. Вот так вот. Сейчас обратно ставим, короче. Снимай. И едем на избушку. Говорит, снимай, а сама? А я могу. Давай. Покажи
Сейчас за палец. Не-не-не, Лен, давай я сниму, я шучу. Не надо. Я не сниму. Сейчас сниму. Вот такая вот Ленка рыбачка. Сама пошла, я говорю, пах, смотри, зацепила, говорю, рыбалка. Классная, я орал, поехали, поехали. А я смотрю, размотана. Давай, сотрущу. Мы смотрим, такая, она пошла такая сама. Мы самоловки ставим последние, доставили на глубине. И тут смотрим, она там кричит, смотрим, щуку вытянула, блин, сама. Вот так вот, блин. Уже 3 щуки поймали, пока ставили. Ну, классно. Ладно, я сейчас, короче, едем в избушку. И говорим, поехали, а она, короче, пошла уже. Да, уже зацепила тебя рыбалка, уже пошла проверять, короче, остальные. Я говорю, сейчас, подождите, я скажу, говорит, проверю. Да. Что ты думаешь по этому поводу, Паха? Ленка все в рыбачке заделалась? Да. Походу она будет рыбу ловить, а ты чистить. Да? Да, чистить, не чистить. Давай рыбу складывай. Складывайте, там пакет дырявый. Кстати, у тебя в бардачке лежит пакет здоровый, это под рыбу. Так что едем сейчас, короче, в избушку. Пилу не стали брать, сейчас, короче, будем так дрова белить. Руками. Такой вот буржанчик, снежок с ним ходит. Собака. Собаку, кстати, зовут Брабус. Пару фотографий. Дорогие друзья, прибыли мы в избушку. Вот стоит техника, сюда уже не стали. Заезжают тут камни такие, короче, дорога. Ну, кочки, камни. Не стали мучить. Пришли пешком. Мы были уже на этой избе со мной вместе. Вот сейчас мы тут решили остановиться. Думали, тут рыбаки, машина стоит, главное. Думали, рыбаки какие-то будут. А они где-то на других озерах, рыбаков тут нет. Странно как-то. Вот, интересно, где они. Вот такая вот избенка. Убил местный житель ее. Вот, топится у нас печурка. Греется чаечек. Сейчас вот тут вот сделаем костер. Пожарим сосиски. Вот видите, закатка у нас. Вот, сняли мы 3 щуки. Рыба клюет, только закидывай. Вот это местные свиньи опять у нас, блядь. Оставили, видите, свиноты, блин. Приезжаю сюда, а забрать назад не могут. Я птичкам отдам. Птичкам? Птичкам. Это брабу сожрет сам. Да, он не сожрет, что он запомнит. Короче, сейчас затопим тут костерчик. И будем жарить сезоны. Вот такая тут беседка. Видите, лед. Лед уже тут вот так вот. Тает снег со льдом. В общем, балдеж. Весна, день длинный, все, успеваешь, мы выехали, говорю, в обед, наверное. Ну вот эти вот свиноматки, блядь, уроды. Вот смотрите про себя, уроды. Понимаете? Вот это уроды, настоящие уроды. Забирайте с собой, привезли, обратно заберите, на технике же едете. Не понимаю никогда этого не пойму. Так ты зенки-то открой, вот ваша цивилизация. Видите, какая гадость кругом, все обкакано. Вот. Ладно. Вот такая вот чебурашка. Вы поняли. Так что все так же. Все тут ничего не изменилось. Все по-прежнему. Гизы кто-то тут заколачивал. Ладно. Топим печку. Ставим чайник. Кушаем. И на боковую солнышко садится. Так что вот так вот. Вот так вот, дорогие зрители. Пока все круто. Пока все всем нравится. Дай бог, что там было. Жители избы! Жители избушки. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Таежники. Елена Таежная. Вот, начались у нас посиделки таежные, сосиски жарим тут, да, вот так вот. Мясо не нашли. Пашка, Ленка, ну-ка давай. Пашка, мяруса нету, блядь. Мяса нету, давай. Ну-ка, пни костер, сейчас фоткаю тебя. Ну, а чё он, блядь, пинает? Сидит, пинает что-то, блядь, решетку эту, блядь, постоянно, блядь. Я говорю, чё пинаешь, он пинает постоянно, блядь. Короче, сосиски у нас... Покажи сосиски. Зажарились, нет? Не знаю. Ну держи так.
Ну да, раскрывается. Короче, у нас посиделки, в общем, вечерние. У нас вот 9 часов уже почти. Видите, вот так вот классно. Ох, лес такой красивый. Печка топится, смотрите. Дискотека тут у нас. Пашка говорит, сейчас еще если к этого пепси еще выпьем, то поим кататься, говорит, на снегоходе. Короче, так вот. Решили не ждать, так, короче. На, давай, жарь свою сосиску. Ты давай это, сужарь уже, ну. А то, блядь, сервис. Лена, давай там. Лена, блядь. Лена. Ты так сосиску не помнишь. У нас заблокируют тут канал, потому что твоя музыка играет, блядь. Лена, подожди, музыка а играет. Надо, авторские права. Сам, я не знаю, как очень тяжело выключить. Тут, 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 это кавер, парни. О, это все нормально, теперь можно болтать. Короче, вот, вот сосиски жарим. А в это время у нас щука самоловки разматывает на ламбушке. Да, Паша, заблокируй канал за порнографию. Классно, классно. За чего, за порнографию? Нет, не, Ленка, Ленка, не за порнографию. Какие у тебя мысли-то, а? На сосиску на три, Лена, три сосиски. Лена, какие мысли, да? Порнографические. Да, он трогает мою сосиску. Сосиску, говорит, не трогай. Ладно, короче, да, общем, мы сидим, в общем, классно все. Круто, избушка топится, там тепло. Сейчас сосиски пожарим и, в общем, идем опять за стол. Лена. Лен. Спать. А мы, кстати, знаешь, что? Че? Мы, кстати, типа смотрели этот видосик. Да, сейчас будем смотреть. Давай скину. Да? Спать? Будем смотреть или спать? Видосик. Давай, Лена, 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 вы смотрите, Лена, Лен, вы смотрите спать? Я курю, начну. Да, я смотрю. Я сейчас пойду. Да, тетя. Спокойной ночи, скажи всем. Спокойной ночи.